Знакомство со сферой культуры Заречного гости из области начали с экскурсии по Дому культуры «Дружба». Наш город стал местом проведения первого выездного семинара, организованного областным домом народного творчества для представителей культурно-досуговых учреждений региона. Впервые за многие годы мы решили сделать выездной семинар на базе города Заречного. Он такой проект в плане выездных семинаров пилотный. Когда мы обсуждали эту тему, конечно, город Заречный для нас был в этом плане в приоритете, потому что, еще раз повторюсь, есть чему поучиться, посмотреть. Город Заречный традиционно у нас в этой области, как говорится, очень сильно работает. В работе семинара приняли участие директора и художественные руководители культурно-досуговых учреждений области. Зареченцы представили коллегам свой опыт проектной деятельности. У нас накоплен большой опыт, и нам есть действительно чем поделиться, потому что только используя проектный метод, можно сегодня быть конкурентоспособным, можно двигаться вперед. Мы готовы к общению, мы готовы поделиться тем опытом, который имеется в городе Заречном. И я знаю, что наши друзья из области, из районов много-много лет мечтали сюда попасть, поэтому мы сделаем все возможное для того, чтобы их пребывание здесь было интересным. На сегодняшний день в Заречном 8 учреждений культуры, в которых трудится 439 человек. Реализация различных социокультурных проектов только за последний год помогла повысить посещаемость культурно-досуговых учреждений на 11%. Многие разработки стали общегородскими акциями. Наиболее успешные проекты получали грантовую поддержку. За 5 лет привлечено 11 миллионов рублей дополнительного финансирования. Во время семинара гости города познакомились с примерами проектов по организации работы. Работы с детьми, молодежью, людьми старшего поколения. Здесь, возможно, мы можем увидеть как раз и новые формы работы, именно вот современный подход работы с молодежью, так как работа с молодежью обычно сложно проходит, детей легче привлечь, взрослое население тоже, а молодежь самые вот трудные, например, вот в нашем районе привлечь. Я думаю, может быть, что-то здесь новое как раз и увидеть. Семинар – это всегда обмен опытом. То есть люди, к которым мы приезжаем в гости, учреждения культуры, наши коллеги, которые показывают опыт своей работы, это всегда очень ценно, потому что это настолько индивидуально, и люди все творческие, поэтому всегда очень интересно приезжать в гости к своим коллегам. В дальнейшем и зареченцы смогут познакомиться с опытом работы коллег из учреждений культуры области. Практика подобных выездных семинаров будет продолжена. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».